Нормально, она наша это. Ой-ой-ой, сейчас бахнет. У меня маны нету, правда. Ну ничего, зомбики все сделают, там только дерись просто. Отлично. Кто там еще? Смотри, смотри, что происходит? Посмотри, просто ультракилл зомбаков. Жесть, ну почти ультра. Ну, мои зомби. Твои зомби задуши. Да ты видел это? Да. Не, ну ты видел, видел? Ну на. Отец. Ну ты видел, видел? Смотри, там сколько наеса зомбаков. Смотри на смотри, это. Смотри, смотри. Жесть. Пацан в шоке, просто зомби-апокалипсис. Шел 2021 год. Планета погибала от серьезного вируса, в связи с чем большинство землян стало превращаться в зомби. Во всех этих темных делах были замечены несколько личностей. Два бомжа, одна зачарованная вода и какой-то непонятный алхимик. Да нет, нет, все было совсем не так, хотя на дворе был 2021 год, и мы задумались, а не пора ли сделать новый выпуск рубрики «А что если?» И задумались. А что если зомби-апокалипсис? И, конечно же, устроили его на 85-й карте, друзья. Перед началом данного ролика рекомендую подписаться на канал и поставить лайк для того, чтобы не пропускать такие видосы. Ведь таких фановых видосов будет еще очень много, и они уже есть на моем канале, где вы можете спокойно во вкладочке «Видео» найти их и посмотреть, друзья. Не забывайте об этом, пожалуйста, ведь очень много интересного качества контента вы можете найти на моем канале. Спасибо друзьям, которые помогают мне делать эти фановые видосы. Ну, гайды я делаю, конечно, сам. А вот фановый видосик, как Легион 1500 урона или видосик с новым героем на 85-й карте, это просто пушка. Друзья, в общем, не буду томить. Видосик получился качественным, интересным, ржачным. Обязательно досмотрите его до конца. И мы поехали и душим. Что я там говорил, напомнить? Всем здорово, ребят. С вами Азес. Сегодня мы записываем очередную рубрику «А что если?». Да, отлично. Спасибо, Антон, что немного направил. Друзья, всем здорово. Сегодня с вами Ксен Азес. И сегодня мы с вами решили записать небольшую интересную рубрику «А что если?» очередной раз, друзья. И сегодня у нас будет небольшая интересная страта через морфа, через гибрида. Все вы знаете, что был гайд на морфа. Я рассказывал, что у него есть, так сказать, с аганимом. И, конечно же, у нас есть прекрасный там Хелзович. Он тут в Дискорде? Нет, он отключился. Да. Или здесь. Но, в общем, он слышит, да, Ку пишет в чатике. Друзья, обратите внимание, парень нам будет тоже очень хорошо помогать. Мы идем на нижнюю линию с Антоха и по страте, в общем, мы здесь будем жестко агрессировать с помощью несколько томб и устроим настоящий зомби-апокалипсис на этой 85-й карте, друзья. Поэтому, я думаю, это будет более чем интересно и, конечно же, приятного просмотра. Поехали. Все. Отлично. Отработали. Все, можно идти на завод. Пить пиво. Но мы не пьем пиво. На низ. Так, там хелс работает по деревьям. Хорошо. Что у нас есть? Ага. Так, Тини это хорошо, кстати. Тини это хорошо. Слардар, Тини. Аза, что творишь? Аза, что творишь? А потом будут спрашивать, что Аза на 9-м слоте, когда знаешь, там вообще другой ник, но кому какое дело? Да, он уже как-то связан с Азой, нам уже стоит его опасаться. Оу, god damn. Не, Азу бояться не надо. Аза... Мне кажется, стоит. Бахает. Он глупец. Не, Аза, он не это. Он нормальный такой пацан. Не как бы... Ну, бахать, конечно, страшно, но типа нет. Нормально, не ЧСВ. Ладно, ехали. Так, ну что, подзоним, да, сейчас? Okay. Ага, смотри, готовятся. Okay. Ну, они уже знают просто вот с прошлой катки, как деранг этот. Okay. Я вот так сделаю. Давай зонить их сразу. Вот так сразу. Оп. Давай, начнем сразу зонить их, сейчас будем драться. Чтобы когда была драка, мы уже были в преимуществе. Да. Сейчас еще по троим бы попасть, как КДшится.
Тебе надо танчить. Опа, Антоха. Украин. Танчить Антоха надо, если что, блинкуюсь. Хорошо. Не взяли монету, да? Плохо. Плохо, что не взяли. Но, походу, мы тут в размену идем. Ну, такое. Это уже нечестно. Ладно. Блин, они такие сладкие. Да. Там 50 маны. А чё, некор на центральную пойдет? А, не понял, чё, свапнулись уже заранее. Ну, уже как эти, как читеры. Короче, я на базу. Уже чисто как эти, знаешь, как настоящие хейтеры поступили. Вот всегда вот это мне нравилось, когда, знаешь, типа там... Ну, ты понял, о чём. Всё, я не буду ничего говорить. По фарме пока. Странно. Ну, это, в принципе, логично, что они так поступили. Сейчас я ТП сделаю. Жесть, сколько я времени потерял. Просто уже вторая минута игры. Ну, а некор, естественно, обоссыт в миду алхимика. Это, конечно, такое. Ну, они специально свапнулись. Там Магнус изначально был. Они не знали, что будет приколюха. К слову, прошлую катку мы идеально играли. И у нас, у Антона вылетел крэш, как обычно. И очень интересно, весело стало нам. И они сейчас, пацаны, уже поняли, что мы примерно будем делать. И, конечно же, естественно, начали для себя обузить полные условия для того, чтобы выиграть. Но этим катка будет интересней, что они будут пытаться выигрывать ее. Ух ты, залагал, пацан. Или о, тоже крашнулась? Залагал. Рано. У меня солрик еще есть. Солрик? Можем бурстануть жестко. Я пока не готов, у меня ни хрена нету, Антох, у меня второго левела даже нет. У тебя уже третий, наверное. Я даже добить крипа не могу. Я так напрягает, когда в игре пишет, я не могу быстро отвечать. Жесть. Ботл на топ. Линия очень сильно запушилась. Печалька, конечно, это все. Смотри, у Слардара 200 хп. Прыгни в него. А, ладно. Когда подойдет. Не, но у меня слишком опасно, что я могу оттуда не выпрыгнуть. У него 200 хп. Поехали? Вот ты его сам убил просто, я даже... Я специально вкачал соло-ип на 2. Нормально. РС! Это что? Блин, я попытаюсь отвести. Не, уже нет смысла. Мне нужна хилочка сейчас, блин. Плохо, у меня все со стартом, 8 крипчиков, но я был АФК, можно сказать. Ща, я принесу себе аквилку, будем манку регенить. Антох. Я бы вообще пожелал бы солрип на себе увидеть. Разочек, конечно. Потому что 400 хп. Сейчас я отведу. Давай. То я могу пропустить. Боже, как я ластхичу плохо. В разогрев. Надо. Хорошо. Так, пацаны, меня сейчас под тавр загонять будут. Но я после вейвы очередной. Стой на XP там. Так, у мидера у нас немного плохо дела. Но это хорошо. Это будет игра с камбуцком интересная. Лордар бедный дрочится, типа стандам, сейчас такой, знаешь. Я хилку заюзаю. Давай я там, о, тангус, отлично. Хилку юзать не буду. Так, Лордар 400 хп, шейк низ. Ну, неудивительно, что шейк низ пойдет. Так, я начал фармить очень быстро, как мужчина. Что маны мало, только на 2 каста. Это плохо, конечно. Есть еще фласка. Я фласку заюзаю сейчас. Сапог возьму и стик надо против Магнуса. Тут на линии нужен стик. Очень сильно зайдет. Вообще, в принципе, стик хорошая вещь. Пренебрегать ею не очень. Ничего, пока подфармим, Антох. Подстоим немножко. Ничего страшного. Деда в таверну. Отлично. Хорошо.
Ну, просто под томбами потом они очень плохо себя начнут чувствовать. Я, если что, помогу. А я так немного подтычку его. Магнус ДД взял, бежит. У меня 5-й левел почти, ты мне экспу жесть как даешь. Как настоящая четверка. Пятерка, вернее, получается. Хотя ты четверка в этой катке в любом случае. Прям по кайфу. Экспириенса много. Вывожу. Ага, получилось. Отлично, у меня линию хотят тут запушить. Как раз нам на руку. Пацаны. Пацаны. Пацаны, пацаны, пацаны. One, two, three. Да, one, two, three. Эх, жалко, что не добил. Не дебил. Жалко, что я не дебил. Так, курочку несу себе. И можем, в принципе, немножко пораздражать их на линии, Антоха. Сейчас я вернусь, руну возьму. Если там не баун. А, нет, тут Том Хиллс. Том Хиллс. Мухаста, как же не повезло на руну. Слушай, надо разминать их, Антох. Шестой лоу уже. Я почти фулл мана как раз. Давай. Есть томба. На единичку, конечно. Да, он побежал, пусть бежит. Алейкум ассалам. Ассалам алейкум. Удачного СПС. Надо ДНДшку написать, чтобы не отвлекаться от геймплея немножко. Потому что хочется качественный геймплей отписать. К тебе там идет кто-то. Там Хилзу. Сейчас я ТП-шку куплю на всякий. Купи ТП-шку, да, и если что. Там он пацану стаки мешает. Вообще ему бы вард туда на подход видеть, чтобы... пацанов. Я тут, в принципе, соло могу сейчас стоять. Угу, пока все хорошо. 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 Отлично. Отлично. Так, Магнус вернулся, я тоже к тебе иду. Да. Я сейчас хилку юзать буду. 500 хп у него. Да, хорошо. Можно задушить, в принципе. Сейчас еще меньше. Солдрипа, мне кажется, ему хватит. Ах, не хватило. Хороший краш. Но можем догнать, Антох. Сейчас зомби начнет замедлять его. Все, догнали, догнали. Отлично. И не, бэк, Антох. Все. Отлично. Отлично. Да, можешь кинуть, если хочешь. Постой со мной, ману поригень. Как раз экспириенс поднимешь чуть-чуть. У меня жесть, ты экспу мне отдал, у меня 7-й левел уже. 8-я минута очень... Ну, это неплохо, в принципе, я считаю. Несмотря на тот старт, который был, уже, в принципе, камбуцкнули экспириенс и золото. Так, у меня 1200. Я, наверное, в тревел сразу выйду. Окей. Будешь пассивней, но богатый. Лордар выпендрился, выпендрился, таки бахнул краш в землю. Кто там у нас фидит? Там. Кого фидит? Киллинг спри этот некр у нас там. Слушай, а может в линку? Я думаю, тут нужно будет ее делать, да. Давай я сразу тогда в линку сейчас пойду, потому что нужно будет от рипера на ранней стадии жить как-то. Слада, ты здесь не будешь жить. А, он уже уписился, зажал, это понял. Манга сразу, чтобы на отход если что крашить, понял. Это Аркадий, дашь мне двух крипов на аркану? Конечно, бери вот этих сразу же. Внимательно наблюдаем, как профессионалы ласт хитят. Все. Все, есть, да? Отлично. Ну там подкопится еще 20 голд. Отлично, хорош. Куда побежал? Куда? О, некролути. Ну там рипер, Антоха. Ну ладно, иди. Хотя бы в меня. Ох, какой баш. Ну давай дальше. Че, боишься? Не бойся. Можно дальше же идти. Отлично.
У меня трое на низу. Вот идут еще. Я сейчас плиту возьму. Оу. Я только через 20 окрестнусь. Я прилечу сейчас на атаку. Фулл паркаст по некру. Эх, не долетел. Ах, тут еще и ЕС, но я постараюсь некро забрать сейчас. А, у меня адаптива нету, печалька. Блин, ну я, наверное, забрал бы его, если бы доконтрил немножко. Ну, тут еще и Тини. А у Тиника можно убить. Я лечу. Давай, Антох, нужна будет хелпа. Нормально, я убиваю. Отлично. Прикольно, у меня горит, понял, иконка, что я перекачусь, но перекачки нету. Эти баги меня тоже бесят на морфе. Мне, походу, на базу опять можешь, надо уходить. Если перекачаешься, я тебе соул рипом захилю. Давай. Только так, чтоб тебя не убили. Вардар. Перекачался, страта не сработала, Антоха. Кажется, что-то пошло не так. Я слишком рано дал, ничего. Ладно, я перекачаюсь обратно, 300 хитпоинтов немножко есть. Сейчас я, у меня сейчас вот что будет, Антох, я на базу просто слетаю, все. И все. Держи. Держи аптечку, как там говорится. Так, перекачиваемся, а, недостаточно. Отлично. Так, хорошо. Хорошо. Слушай, я, наверное, возьму ботл. Подойдешь? Ганим есть, да? Отлично. Что за крэши у тебя такие? Ну, он умер, по идее. А, нет, стичок нажал. Молодец. Что, дальше пошел, да? Ты подох? Убило, да. Ну, на что он рассчитывал, я не понял. На что он рассчитывал? Так, у меня есть аганим. Аганим, Антоха. Можно работать томба какого левела? Третьего. Третьего? Ну, давай, четвертого и поехала. Душиловку. Отлично. О, все, четвертого даже. Да? Четвертого. Можно драться нанизу сейчас, отлично. О. Хилю. Когда покажешь? Ну, я вторую томбу поставил, Антох, там суматоха, жесть. О, так все происходит просто. Зомбики все делают. Зомбики все делают. Зомбики все делают, ты посмотри. Ты посмотри, что происходит. Там слордар еще в спине от зомбарей убегает. Боже, я не думал, что это настолько круто будет. Да ты посмотри, что происходит, пацаны в шоке. Сила. Бог ты мой. Жесть. Я просто в шоке сейчас. Это вот это настоящие эмоции, пацаны, не выдавлены. Я вам отвечаю, такого эффекта я не ожидал, что... Это с двух томб, Антоха. Ты понимаешь? Угу. Жесть. Это было жестко. Две томбы было, они там сами в шоке. Антоха, подойдешь, где ты? Я тебя захилю. Как смогу. Знаешь, получилось так спонтанно, то что мы не. Да, 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 мы не планировали драку, но я решил чисто на таких отходах. Че, сол рипы на себя покастишь по КД, да, если что, тебя помажу. Крипы есть. Держи еще. Если что, слетаю на базу. Хорошо, боже, это пушка просто. О, зомбики все делают, да? Так, ну гибрид КД еще. На миде драка. 40 секунд КД. Я пока не буду файтиться. На миде файт. Ну, я пойду пешком, бегу. Но они проиграют там драку. Априори, там проиграно. Под томбой драка. О, Тини пришел. Иду, ну, иду, нет. Антоха, иду. Иду, дерись. Дерись как мужчина. Я пришел уже, я тут уже. Вейву не даю. Даю. Держи. А, нету.
Я могу на базу слетать, захилить тебя еще. Я сам захилю, если что. Давай, давай, хорошо. Так, я беру travel тогда. ТПшечку возьмешь у меня потом? Я в лесочке брошу ее где-нибудь закрытой. Я вот здесь вот скину. Окей. Все. Так, отлично. Отлично. Так, travel есть. Я пока в лесочек нырну. Гибрид есть. Можно подраться спонтанно. Где ты там ее бросил? В секретке. Вот здесь, в дырке. В яме. Жесть. Че, я тогда, наверное, линку и пойду октарин делать. Или рефреш сразу. Рефреш, наверное, потому что линка будет. Отлично. Смотри, на меду там душат. Я прилечу на мид подефить. Там бой. Давай, типа ты подефить такое, я сейчас тоже прилечу туда. Я лечу. Там атака, походу, будет сейчас. Да, там несколько персонажей. Ну, надо, чтобы кто-то забайтил. Чтобы подрались. Надо, чтобы кто-то зацепил. Да. Томба поставлена, но... Такое. Блин, да Кунка не цепляет крестом, не знаю почему. Кунка должен Лак зацепить. Ну пойдет, пофармим тогда. Давайте мид-тавр, что ли, спушим тогда за эту томбу. Чтоб какой-то импакт был. Там ЕС, правда, с даггером. Я чуть-чуть перекачаюсь. Он на топе. Парни идут. Магнус, походу, с даггером. Нет, он без даггера. Так, где гибрид? Делаю. Антоха. Делаю гибрида. Так, а где томба-то, ёпта? Как же тяжело двумя контрить-то. Жесть. Он душу с руки. Томбу душит Тини. Смотри, там гибрид сейчас умрет уже. У меня нету, блин, ничего. Антоха, у тебя хп вообще зиро. Я на базу. Пойдет, пойдет, могло быть хуже. О, найс, меня тпхнуло на низ, на тавр. Интересно, успею до базы добежать? А, 30 секунд. Подблочу немножко. А, найс, так, сдох. Тревела надо на базе выбросить. Че, думаете, заберете? Блин, там еще некр идет, сейчас умрем. Я некр подблочу, парни. Ну как могу блочу, уходите. Жестко. Ты подох? Да. ЕС пришел. Все-таки пришел ЕС. Да? Плохо. Так, у меня есть половина линки. Нормально. Нормально. Блин, тяжело мне так двоих героев расконтрить, потому что получается, блин, у меня Тинь еще ворвался, надо перекачку резко, чтобы самому не сдохнуть. Там уже дальше драка в драку. Получается, это блин. Да. Это да. Так, гибрид почти есть. Нам нужно собраться пятером от Кунки сыграть какого-нибудь. Есть. Вообще мы можем в наглую под гибридом прям вообще очень жестко агрессировать и пушить линию. Любую причем. На топе трое, я не сломаю. Я адаптив раскачал уже. Хорошо, сейчас будем домашним. Так, ну низ тавр погиб. Только у меня еще 48 секунд, когда это там бы. Очень страшно. Низ тавра нету. Отлично. Так, топ они сломали, да? Они у меня линочка есть. Это хорошо. Хорошие истории. Че тебе. А, ты фуловый, да? Я думал, тебе жопу подхилить. Так, у некродагер. Так, этот CC куру берешь? Нет.
Хорошо. Радик делай. Делай радик с радиенсом, как раз я буду подфармливать. Я их лес буду этим репликейтом фармить. Реюзни себе куру. Отравил. Иго, подеремся, мы можем сейчас, пока там не сильно все плохо. Т2, может, пойдем на видео. Да, гоу. Мне кажется, Т2, гоу. И надо, наверное, какие-то сентри, потому что там, по-моему, скоро будет уже лотар у чела. Найти. У меня есть. Да, и гоу. Туда смело можем. Мне кажется, смело можем. Опсики бы еще. Магнус, правда, там с даггером, возможно, уж это плохо. Но мы можем агрессировать, в принципе. Слардар тоже даггер. Да, да. У Магнуса нету еще даггера. Слардара даггер есть. Слардар тини. Даггеру. Минус линка. Опа. Живешь? Эх. Блин. Есть там еще. Плохо. Б, да, ну, Б надо делать. 20 сек. Магнус даггер купил. Магнус даггерок купил. Интересно, откуда он прыгнул. На топ этаж был вард. Хрен его с мида, наверное, откуда-нибудь с речки, типа, знаешь. Типа, о, привет, а я тут. Убьют они, интересно, Слардара? Ох, Магнус там. Тини еще там, жесть там происходит. Я рядом, кстати, сзади. Лотар Тини. Где там бы? У меня сентр есть. Ну, сейчас начнется тут говно. Ладно, гоу, гибридимся. Хорошо. Все, тамбу поставил напоследок. Я тоже поставил. Боже, у меня не горит перекачка, но герой перекачивается. Жесть, что за бред. Да почему? Ой, я потом бы их заведу сейчас. И не тут, твою мать. Смотри, там некро насилуют. Боже. Блин, печалька. Печалька. Ладно, я на базу. Я травала не выложил, по-моему, да? О, я забыл. Боже, вот этот баг, хз. Бесит. Провала срочно надо на базе выложить. Жесть. Блин, запарила. Картинка не горит, что перекачка идет. А она идет. Вот это, конечно, напрягает очень сильно. Я думаю, блин, я что-то не то делаю. В голове такой этот мусор какой-то. Смотрю, хп уходит, мана уходит, все уходит. Жесть. Так, ну у меня вот так вот. Я дасты куплю против пини. Так, травала на базе выложить. Все, поднял. Будем убивать его? Да, не из сентри. Этот Кунка вообще пьяный, по-моему. Не попадает тайминги? Да? Лагает у него, наверное, да. Чё, пойдем? Хотя 30 секунд. Го хотя бы Т2 разминочная, пока тени нет. А, он бай бэ. ББ. Он ББ нажал. Го, отойдем. Там все кнопки, по-моему, есть. О, вон тини. Вот он. Цепляй, цепляй, цепляй его. Если убиваем, идем в Т2. Смело. Магнуса кинул. Антоха, нету гибрида. Отойду. Эх, некор тут тоже. Я дерусь, как могу. Я Тому поставил. Хорош. Сзади еще шлейпер. Я понял. Эх, я не успел. Ардар меня убил. Туши его. Хорошо. Все. Отлично. Есть гибрид. Кстати, я тоже могу кунку юзать. Крест еще. И зацеп.
Шейкер с Лотаром, если что, тоже. По-моему, у него там даже прокаст есть. Так, Т2 запиновая. Я ушел на низ. У меня почти Этериал есть. Это очень хорошая история. История. Так. Блин, тебе бы Аганим тоже, Антон, зашел бы. Но там хил за все не очень хорошо. Надо ему фармить. Надо фармить тоже. Я тоже очень жадный. Гибрид есть. Ох, Антоха. Погиб, да, сразу? Ну, там классика. Как же бесит этот герой. Главное забашиться об Тине. Не атакую я его. Эль классику, да? Ах, жесть, пропал в центре, видел? Так, я на топ пошел. Запушу. Вообще буду сплитить по чуть. Кнопки есть, кого чуть больше хп. Еще 600 должно хватить. Сейчас Этериал будет. И буду в Октарин выходить. Так, я тогда к вам на топ. У нас есть эти кнопочки подраться? У тебя есть? Конечно, у меня все давно есть. У меня только вот Этериал в магазине. Надо забрать. Распродажи, говорят. Хорошие. Я готов, в принципе. Я заранее тебя бафнул. На гибрида. И поехала. Можно Т2. Стандарт тут. Стандарт. Мама бог. Так. Они сейчас тут все будут. Просто чекай. Ага, они на мид вышли. Мид двое. Так, гол тогда, Т2. Давай вот так вот сделаем. Просто обманочку. То есть что, назад. Где-то мой отход будет. Че, может просто томбу поставлю, давай? Давай, я тоже. Пофиг. Отзоним просто. Сломаем тэшки. Жесть, мы же их зонить просто можем, Антох. Вот так вот и все. И они не зайдут сюда. Гоу, вон там в лесу, смотри, тини. У меня есть сентри. Задушил я его. Ловите, там даггер надо сбить только. Блин, мы правда от топа отошли. Я убью его, тини. Мертвый, тини. Иду, иду, иду. Окей. У меня, блин, кончилось. Хорошо. Давай подеремся, кто кого. О, это уже страшно. Хорошо. Вот этого пацана тоже можем. Дайте мне. Заберу его тоже. Сейчас, сейчас. Эх, 20 маны. Я заберу. Готово. Плохо. Я на базу. Знаешь, что меня забавляет, что там некор просто фокусит меня ультом. И, короче, взрывы меня такие часто даются, что со Слардара там, короче, они пытаются мне просто в меня влететь, чтобы я томбу не дал. Хотя у меня уже все кнопки поражаты, и он меня берет еще и рипером добивает. Это правда. Ты там летаешь, раздаешь, убиваешь всех, но главное, зомбик сидит в таверне на 30 сек дольше и вообще. Ну, от тебя главная задача, по сути, это томба, да, которую ты и так успеваешь ставить. Поэтому я и угораю. Это вообще забавно. Я хожу, хп, блин, держу 1800, страшно, потому что... Так, на что, на Т2 вниз пойдем? Да, наверное, там кто-то в лесу умирает опять. Блин, это тини, я, короче, блин, дасты. Надо, у меня на базе все. Антох, опасно тут стоять. Давай уйдем в лес. Некро мы не убьем. Жирный. Я могу перекачаться, попробовать его с прокаста убить? Я попробую. А я попробую за это, через вейву.
только через... Кини на миде. Окей. Хорошо. Я тебя прохилю. Я вот так сделаю. Так, хорошо. Хорошечко. 4К у меня есть, я сейчас Soul Booster возьму. Блин, у меня последний центрик. Кинь вот где-то в этой области. Там вон, смотри, у них ходят парни, чилят. Чилят парни. Я на мид иллюзию свою направлю. Да, ты прохилен, да? Есть опсик? О, отлично, все, вижен есть. Я Soul Booster тут сейчас затарю. Кинь на миде. Убивает иллюзию. Так, отлично. О, кто? Умрет. Хорошо. Ты тоже умрешь тут, лол. Закончились центры, к сожалению. Он с даггера попытается уйти. Эх, успел. Но тут ты уже не уйдешь. Чему? У меня есть глиммер. Дауна Тома. Ну, мы под, просто под полной защитой с теми томбами. Да. Под тотальнейшей просто. Но мне пришлось гибрида дать. Опа, там хелза есть, радик. Я пошел их леса колотить. Все, у меня сейчас будет этот Акторинович. Будет пушкой. Акторинович. Все, подкармливаем тут алхимика. Монетка есть, хилимся, живем. Фарм страта, да? Слушай, а морф вообще, по-моему, при этих пиках просто неубиваемый будет. Жесть. Там кнопочки слили они. Да? Ну, я пойду что-нибудь попробую забрать, но... Шейкер минус ульт, Некар тоже минус ульт. Окей, он на меду есть. Сколько у меня там? 5 секунд. Ладно, я уйду. Все достаточно. За мной выехали. Открывай. Медведь пришел. Так, я, в принципе, заряженный. То есть там за вивером бегут. Пойду некру дам касты. Некру улетел, да? Я готов, в принципе, гибрид почти есть. 20 секунд, пока дочапаем. Может, Рошу тогда забьем, пока у них нет. Го, я сейчас запрыгну туда сразу. Я дам этот. Они на КД, по идее, еще. Да. Я потанчу этим репликой, Антох. Чуть-чуть потанчу, отведу. Чтобы он, если что, живой был репликейт. Чтоб я отлетел куда-нибудь. Твоя встану, окей. Возьми, слушай, ты, наверное, Аегу. Я не планирую тут в катке умирать. Выложи ТП-шку. Хорошо. Отлично. Сюда. Я на низу фарм заберу и... А, все, алхимик тут. Пусть забирает. Я на базу слетаю. Оп, сейчас... Что, и к вам, наверное, да, надо будет? Да, мы, наверное, сейчас пойдем уже по низу. Го, есть. Блин, сейчас бы мне рефреш, но я рефрешер сейчас начну делать. Все, типа по тактике, я иду вперед, меня все сливают, потом я возражаюсь и даю свои кнопки. Я сразу гибрида создам, подождите меня, чтобы мы на ХГ поставили томбу. Две томбы поставим, и все, мы можем спокойно пушить. ХП чуть побольше, две. Вот так, 200 мне хватит, 160 дэмэджа. Достаточно. Так, подожди-ка, Антоха, торопишься. Все, я тут. Беру гибрида.
Ставлю томбу. Поехала. Пушим просто, ля, пацаны в шоке. Еще репликейта. Это смотри просто, что происходит. Со спины. Чел стоит. Шо, пацаны, не подходите-то? Боятся. Уф. Ля, да. Я тебе мернул. Хорошо. Они зашли такие под томбы, смотри, что происходит просто. Что происходит? Пацаны, что происходит? Боже, такой разнос, да? Жесть. Сейчас рефреш будет. Тинибан. За что? Жесть, да, Антох? Да, это было красиво. Вот они ж не подходили, не подходили. Да-да-да-да, им нужно дефиться, поэтому они решили таки подойти и сдохли. А тут я, опа, привет. Найс. Есть рефрешер. Я сейчас на базу и го, отойдем. Пусть пацаны отдефятся, я б. Давайте вот так вот сделаю, чтобы фармить. Я за рефреш. Так, ну что там? Чё, мид пойдём или тянем? Куда хотим, Антоха, идем. Карта в наших руках. Сейчас будет два гибрида. Сейчас будет два гибрида. Это будет очень жестко. Я, в принципе, жесть заряженный. Опасный. Это почти, блин, это же имба страта, Антох. Рили. Так, если подумать. Ну... Такая жадная, конечно. Жадноватая, да. То, что алхимику мало фарма достается, но тем не менее. Но я еще могу иллюзии подфармливать. Вон, я в лесочке остановился, сейчас там фармлю иллюзии. То есть... Жадновато, да, но ранние файты, конечно, все наши. Гоу, я готов. У меня есть гибрид, есть рефрешер. Давай я сразу гибрид, томба и поехала. Давай. Я тоже добавлю. Так, ты где? Гибрид. Да. Томба. Рефреш. Гибрид. Томба. Антоха, томба. Боже. Давай. Души, да. Пацаны, подходите. Пацаны, подходите. О, ес. О, магна еще идет. Ля-ля-ля, зашли под томбы. Что сейчас будет? Что сейчас будет? Давайте наблюдать. Жесть, сейчас зомби-апокалипсис, посмотри, Тини, посмотри, убегает просто. Тини такой, я в шоке, пацаны. Беги, камень. Беги, камень, жесть, да? Это жестко. Ты чё? Ты ещё тут? И почему не ушёл? Хорошо. А ну, ультани в меня. И тебя, и ты выжил. Он ещё и не убил. Хорош. Я же Егис. У тебя ещё Егис есть? Жесть. У меня вот так вот. 80 секунд. Сколько тебе до рефреша, Антох? Блин, ну у меня вообще никаких компонентов. Только 1800 гривен. Давай я тебе куплю. Скину. Бабок. Давай. Один персик есть. Я скидываю тебе вон фласки, Антох. И сейчас подфармлю еще что скину. Отлично. Боже, ну это классно. Я не знаю, я кайфую. С того, какой геймплей получается. О, тут баунти есть. Да, и в этом. Две томбы решают ничего, что их сейчас было три. Сейчас будет четыре. Просто заходишь, томбы, Антоха, проспамливаешь, я тоже, и все. То есть сейчас так третью сторону зайдем. Спасибо за подписку. Да, ребят, кто не подписан, подписывайтесь. Смотрите такие интересные видосы. Я не знаю, это пушка. Не знаю, как вам, но мне очень нравится такой геймплей, как получается. Так, я на базу. Я на базе, Антох. Хилочки покупаю. 37 хилок тебе купил. Заберешь. Давай. На 2000. На 2000 хватает тебе? Сколько не хватает? Жди. А больше никто не покупал? Вивер забрал. Вивер забрал. И продал уже, наверное. Продал, наверное. Смотри, он закупился же. Давай, я влез туда. Ну, Вивер не респект вообще, чел. Чисто чел. Думал мне. Ага.
ему. Конечно, мы пишем: Вивер, забери, пожалуйста. Чисто чел, да? Сколько там, Антох, тебе остается? А, еще 800 голд. Кури покупаем там, стой на базе, сейчас мы тебя быстро нафармим их. Сейчас я в леску фармлю один хэмп. Бери, он писал. Кто писал? Рядом стоял, он писал: бери. Кто бери? Чего бери? Антоха, хилки в куре. Иди забирай. Гоу, третью сторону. 4 томбы сейчас, как бахнем, пацаны. Это просто пушка. Он 50 хилок продал, купил себе бестолковую эту Яшу там или что, орбу. Манту собирает, парень. Че, хватает, по идее, да, Антох? Да, мне хватит. Все, отлично. Я покупаю. Хватит ли тебе маны? 350? 100... А, хватает. 700 по 150 и 300. 1000 маны. Все, я готов. Пятером и топ. Гоу. Надеюсь, тебя не законтрят. Нужно будет... Блин, нам нужно агрессивно бежать, ставить томбы. И душить. Что тут у нас в тени? Ах, центричка нет. Есть, есть. Он в таверне. Все, гоу в наглую. Я репликейт веду вперед, репликейт там под танчу, просто ставим томбы и ломаем. А, репликейт на миду останется. Я под танчу, Антох. Сейчас чуть перекачаюсь еще. Все, готово. Готов? Да. Даю. Гибрид. Давай еще мои зомби будут в ульте. Даю. Все, Антох, я раскидал. Все. Томба есть? Буду. Ставь четвертую. Пацаны, у вас ХГ падает. Вот мне интересно, они даже, наверное, не подойдут сюда. О, Магнус пришел. Он сейчас всех сюда притащит. Давай, Магнус. Ты сделал красивый врыв. Шейкер, молодцы, красивый давал. Врыв. Давайте. Сейчас посмотрим, что вы сможете. Я под томбу отойду даже. 4 томбы. Все, никто не подходит даже. Смотри, некор подошел. Просто я даже трогать его не буду. Томбы пропали. Да. Я отойду и прилечу. Жесть, конечно. У них там ХГ падает. Но это жестко, томбы эти. Это вещь. Так, я перекачался максимально. Блин, ну это жестко. 4 томбы. Это страшно вырубать. Знаешь, никак по-другому мы бы их не забайтили, чтобы они подрались под этими томбами, как не встали бы в кучу. Мы так и сделали. Я отойду тут. О, оп, могу вот так вот сделать. 600 дэмэдж. Это точно его сигнатура. Я тут побегаю просто. Ой, в крипа же швырнул. Вот это я крыса. Ляша творит. Боже, у меня перекачка вовсю пошла. Иконка не горит, а перекачка хреначится. Это, конечно, такое себе. Так, ну шо? У меня есть гибрид, есть рефреш. Рефреш? А, у тебя же Октарин. Да. Ну, у меня еще вот 70 сек до рефреша. Ну, хотя бы 3 будет томбы. Давай. Хорошо. Настоящий вон он. Есть гибрид, есть рефреш. Томбу поставил, да? Даю гибрида. Даю еще гибрида. Жесть, 3 томбы на миду просто стоит. А что за книжка? Антоха, ты потом посмотришь, что тут за книжки. Короче, тут такие эти рожи этого разработчика, понял? Скажи. Блин, это только, видимо, у меня на это ржачно выглядит. Ну я догадываюсь, что это за там рожи, где там типа такие мемные... Да. Боже. Я помню, это когда... Когда иконка скиллов, типа, не прорисовывалась, там была рожа вместо него. Такой типочек такой, с улыбкой такой. Такой. Надавал. О, меня зафокусить хотят.
Пацани, не надо. Ничего, что я очень жирный, как свинья. Оп. Беги, Магнус, беги! Что бы вы сказали Магнусу в тот день? Беги, Магнус, беги! На тебе! С Эрилом. Нет, Скади не хватает, конечно. То есть... Жаль, у меня нету Томбы, Антох. Ну, ГГ. ГГ. Жесткая каточка. Прям овер. Жесткая каточка. Гибрид КД. Я отойду, пусть поддефятся. Хочу гибрида создать еще, чтобы еще томбу поставить. А уже ГГ, да? Все. Ну, блин, такая прикольная катка, мне кажется, получилась. Думаю, то, что мы хотели реализовать, мы реализовали в полную силу, да, Антох? Да, особенно в начале. В начале, да, вообще. А потом они поняли, что драться с нами не вариант, и просто отдавали нам хайграунды под томбами. Ребят, в общем, вот такая вот страта. Я думаю, еще одну каточку такую сделаем, чтобы вам было, так сказать, на что посмотреть. Ну и вот такой вот контентик. Надеюсь, вам понравится. Обязательно поставьте лайк, рили, кому зашло, я не знаю. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы смотреть больше таких видосов. Поехали в следующую. Гоу. Так, ну что, братцы. Вторая каточка. Каточка. Сейчас попробуем сделать побольше таких файтов. Вроде уже поняли, как это работает, потому что первый раз это сразу забирайте. Антоха, сразу забирайте, кликайте, потому что, возможно, захотят забрать их. Сразу. Отлично. Так. Что ж, в принципе, мы уже немного поднаточили страты, да, свои? Уже понимаем, как примерно? Чел взял инвокера, но с инвокером метовым будет немного проблематично. Если он будет нормально все делать. Но ничего страшного. Еще один. Перезаписываю. And another one. And another one, да. О, опять Тини. Ну что ж такое-то? Вот эти вот, ну, ноль вообще какое-то, знаешь, ну, понимание... В том, что, блин, ну вот, кого еще взять? Тини, конечно, Сларка сейчас, ну, Сларка и Легиона еще. ЕС опять. Че, одно и то же берут, да, что-то? Походу, там чел, кто-то с прошлой катки есть, и он, типа, это, типа, да, там сейчас пацаны, и там это будет. По-любому. Я поэтому старался, я поэтому свапнул четвертый слот к нам, чтобы он не это... Не рассказал им всю страту. Видимо, кто-то остался с прошлой команды. Потому что зафуловились, пацаны. Удачи, парни. Ничего, сейчас выфармим. Сделаем все. То же самое, в принципе, от меня то же самое будет требоваться. Поднимем артефакты. Тини опять. Так, Рошан. Ну и Сларк, безусловно. Безусловно. А, там вот, седьмой слот же там у нас был. Вот оно чё. Вот оно чё. Так, тогда чё по стратам будем делать? В любом случае, под томбами мы сможем всё делать. Понимаю, Пик. Тебе уже всё рассказали, что ты там понимаешь. Так, мартретки отдаем рунку. Ой, мартретки, алхимику. И поехали. Если у нас трал нормальный, то мы, в принципе, тут изи выигрываем. Трал подфидил немножко. Ничего страшного, зато забрал монету. Так, ну все, по страте дальше работаем. Че у нас Сларк в хейле? Сларка мы обоссым, он еще и с топориком. Обоссым. Блин, это такая фраза дотерская, да? Обоссым. Почему именно обоссым? Да, действительно, слушай. Почему именно такая форма унижения? Именно обоссым. Yes. Я думаю, тут изи лайн для нас будет, Антон. Да. Милишники для тебя, это просто сказочно. Сюда, браки. Ну, а у них линия будет запушена. Риша делает, Риша делает. У тебя дикий... Ой, ты бинт перепутал? Ой, я не ту кнопку нажал. Ну, бей его. Отлично, мужчина. Не, это был байт. Это... А, я понял, все. Базару ноль. Антоха, все надо, куру везди себе.
А, да. Беги. Че, крипа забрал моего. Ля ты крыса. Я куру контролил. Ты просто знаешь, как выглядело? Ты просто подходишь, ласхитишь и уходишь. Ой. Блин, у меня, если честно, надо вот так вот сделать. Сейчас будет соул-рип. Есть соул-рип. Я тоже готов, Антох. В принципе. Но надо куру ждать. Куру отправляю. Что ты хочешь от меня? Дед. Да меня дед доковырялся, хп мои снял. Сейчас чуть-чуть поспамим, Антох, кура летит, зарядимся и поехали. Сейчас танго тебе дам. Давай. Отлично. Ты, кстати, не пишешь видос? Нет. Плохо. Я тебе рекомендовал. Ладно. Так, хочу купить Базилиус. Базилиус. Код Базилиус. И можно начинать по чуть разминать. Но с третьим левелом 100% убиваем. Сларк фармить он вообще не должен подходить здесь. Должен пока дофидить. Добьешь крипа? Смотри, он как нагло идет. Ты шо? У него 200 хп, кстати. Yes. Этот мёртв. Он что, залагал, что ли? Сейчас, смотри, такой этот. Ну, у него 15 ливов там у пацана, но я думаю, у него свет. Офается. 300 хп у Сларка. 300? Дашь тычку ему? Он хочет прыгнуть. Дал. Я понял, во время вейвы нажал еще атаку, и это как обычно сработало. Классно, я люблю Войву, в том, что она тут немного переработана. О, санструйки. Ну, я так в таком случае пойду домой. Давай. Я тогда подфармлю немножко, тут возьму сейчас все, что мне нужно. Ес, пришел. Душит писурами. Ес, пришел, душит фиссурами. Скажешь, как там будешь приходить сюда? Mm-hmm. Стичок надо мне. Сейчас стичок выфармлю. Сларк, СС. Лечу. Сейчас, подожди мне. Блин, а, там кура. Все, кура летит. Можешь, в принципе, дикейками напрягать. Я регенюсь по чуть. Хотя, можешь сол рип дать мне, чтоб я не хилку не вязал, Антох. Пока у тебя там откдешься все равно. И пойдем тогда. Сларка будем нагнетать сейчас. Тини тут. Тини? Плохо. Уходи. Дикей, дай. Сможешь? Ты поживешь. У тебя кд, что ли? Сейчас давай, будет, давай, давай, будет. Байте, байте. Не, вот в толпу. Хорош. Давай, давай. Отходи, отходи. На себя подбайчу. Все, найс. Живешь. Че он идет? А, по-моему, попал ты сейчас. Еще. По-моему, ты сейчас ошибку сделал, Антох. Я знаю. Если он умрет, то он ошибку сделал. Боже. Слушай, ну на наших ошибках что-то творится. Это история, да? Жесть, что происходит, да? Инвокер пока целился по нам, сам сдох. Походу от ацида просто, да? Мне надо срочно шестой левел и хилочки. А, вот эта фиссура не дает мне ластхитить крипа. Они как будто, знаешь, как будто на киберспорт какие-то зашли. Прям. ЕС меня спамит чисто фиссурой. Сейчас прилечу. Эх, тавр. Я, наверное, сейчас на базу слетаю. Я, наверное, ботл возьму, как в прошлый раз. Я могу тебя прохилить.
Не надо пока. Да господи, он не дает мне из-за этой фиссуры фармить. Антох, подойдешь, я сделаю реплику и на базу слетаю. Я за ботлом. За ботлом полечу. С ботлом увереннее стоять. Маны хп. Так, держи. Отлично, я на базу слетаю. Ты подойдешь, ты что, я тебе ботла дам? Да мне не надо. Ой, я там танчу. Хочу наоборот, чтоб линия. Немного это. Я, наверное, в тревел, как обычно. И все. Ес, кстати, хорошо, что фиссура вот это дамажит крипов. Можно ее линию обратно перетягивать. Если что, фармить. Ес. Блин, я забыл про Рошана на 6 минуты. Честно. Шейкер тут. Он просто фиссурой спамит и все. Там еще есть Ларк. Живешь? Mm-hmm. Оп. Ну давайте подеремся. Силу насосал, да? Нормально. А почему я вообще скрипами стою? Типа, мне можно же стоять в стороночке. Слав, тебе запрещено подходить сюда. Да. Тикай от седова. Ну, рипа нет. Так он может сейчас умереть на самом-то деле. О, он сам себя в угол загоняет. Сойдешь с той стороны? Если что, на базу слетаю. Отдох. Дам маны хп. Вот тавр попушим, наверное. Пачка крипов большая. Эх. Я без руки. Не добавь Сларка, плиз. Куда? Что? Чего? Вообще непонятно. Смысловая нагрузка, я не понимаю таких, ну. Вопрос. Наверное, чтобы ты не брал его больше в игры. Ульт у Шейкера есть. Да, там у меня хп нормально. Так, ну у него там хп немного. Аганим есть. Во. Какого у тебя левела томба? Второго, да? Раскачивай, Антох, надо томбу. И надо драться, файтинги ранние нужны нам. Чтобы выиграть тут. Сларк 6 левел. Инвокер Мидас. Дам соу рип. Вот тут скорее всего ГГ будет. Нормально. Еще есть кнопки. Сунстуки, да. Найс. Сейчас он тебе даст аганим, как ты вернешься. Законтролим реплику, Аркадий. Умрет сейчас. Да я выживу, если что. Ой, выживу. Да я, блин, там перекачиваюсь. Надо же перекачку установить тоже. Так, 1000 хп оставляем. Дам тебе маны, кому надо, Антох. Подожди. Давай. Так, есть, Гибридович. Можем смело стоять тут душить. У меня сразу 1300 хп. О, смотри, злой мишка. Душим. Мне кажется, он наш. Он на не уходит уже. Хорош. Санстрайк. Санстрайк. Да. Второй раз наш. Просто законтрили ж дикого мишку, да, Антох? Ну, куда ему против зомбей? Зомбезия. Это что такое сейчас напишет? Читерих?
Че там у тебя хп? Нормально, да? У меня манки немного. О, у меня есть реплика, сейчас на базу слетаю, заберу тревел. Ну, отойдем, Антох. Табор не заберем сейчас. Слекс, снекс захода заведем, бро. Блин, я подтанковал, чтобы каталашка выжила. Ну ладно. Держи, вот так вот сделаем. О. А я на базу как полечу? Жесть. Ладно, я пешочком. Ну хотя я подожду, наверное, подфармлю. Тервела прилетят. Ладно, а нафиг я это ТП-то добрал? Жесть. Не понимаю. Ладно, пофиг. Пофиг. Если что, томба четвертого. Окей, это хорошо. Кстати, томба сейчас третьего была. Да. Да. Тем не менее, на Урсу это сработало. Че, я, наверное, пушить буду аккуратно. Мана? Да-да-да, найс. Гоу. Смотри, там Тини с даггером. Он с даггером. Просто сапог даггер. Классика. Классика. Тини. У меня 1300 хп, мне пофиг. Урса идет в лес. В принципе, можем расконтрить, наверное, да? Но там не только Урса, там еще и этот. Че, го? Да, надо, надо, надо. Должны... Не дотянулся, блин. Ладно. Пойдет хотя бы так. Эх, нечем сбить, Антох. Уйдет. Нечем сбить. Я адаптив не качаю до 10. Ошибка. У меня гибрида не было, я бы поднял бы, захилил бы. Так, есть адаптивчик. Делаю вот так вот, на базу слетаю, прилетаю, хилю тебя. И поехала далее. На базе ТП-шку выложу. ТП-шка наша. Если что, есть гибрид. Есть секта томба. Отлично. Че, пойдем, наверное, топ или центральную. Надо просто агрессивно, надо сейчас агрессивно очень играть. Мы можем. Зря ты, по-моему, по речке идешь, Антох. Да. Я направил его, короче, по коротким путям. Он почему-то выбрал через речку, но похер. Так, Урса бежит. Есть год. У меня Том. Драку. Сейчас Тома прохилю. Ставлю Томбу тоже. Сол Рибус в этого дал. Жесть. Жесть, выиграли просто на двух томбах, го дальше. Там хелза подхилили, вернее, подсейвили. Я немного пристрастился, лучше им подконтривать. Вот сейчас чувствую, что немного лучше отконтриваю, чем в прошлый раз. Давай эту катку просто агрессивно сейчас вот так-то в раз забирать под гибридом, почему нет? Да, почему? Прошлую катку мы немного не понимали, как это, ну, работает в полной мере, а сейчас, в принципе... Уже получше. Го, попробуем Т2 пока. А, не, Т2 уже вряд ли заберем. Ну, у меня томба будет скоро. Хорошо. Ну, тогда просто пешочком идем. Там, в принципе, кнопок нету. Задушим, думаю. 1300 хп хватит, наверное. Так вот делаем. Да, можем подзабрать. Подхилю Мартрет. Нормально, нормально. И Т2 забрали. Все, отходим. Бэк. На топ. Го. 70 секунд. Сейчас я вижу, поставлю тут. Рега, я заберу. Так, я, наверное, что, отойду. Я мартретки беру реплику, тяну ее на топ, подкармлю ее низ и тпшусь к вам. Идите. Я к вам прилечу сейчас. 20 секунд. И у меня будет уже реплика. Ой, реплика. Гибрид. Гибрид будет. Минус морта. Плохо. Смотри, тут драка. Я подстоплю немного. Че, тпшься туда? Пофиг. На бесплатную ману все сделал. Нормально, нормально, нормально. Все, отходим, отходим просто. 20 секунд до гибрида. У меня почти есть лук. Там, поясни за шмот, да? Лук вот этот, как там говорится. Да. За лук пояснить. Неплохой лук, так сказать. Лук. П. П. Ждем. Антоха, вард сможешь оформить?
Да. Гоу, знаешь, вот тут сейчас, подожди, имбовард, вот здесь вот кни. Один. И, о, там вон кто-то фармит. Гоу. А, Урс. Идем, 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 идем. А, нет, не Урс. Антоха, живешь? Чё смог сделал, брат? Чё смог сделал? У тебя томба КД было, да? Жёстко. Надо на Рошу идти. Байбэк Тини. Тини ББ, надо уходить оттуда. Я-то дейтерил дофармливаю, ждем гибрида. Б, что вы там делаете? Они сейчас Рошу пойдут, Антох. Надо Рошу. Блин, а томбы не будет на Рошу. Я попытался тебя засейвить, но там не хватило. Ну, благодаря ней убил Тини. Тем не менее, это оно того не стоит. Слишком большая утрата. Сейчас на Рошане бы две томбы, вот, вот это да. Сейчас Этериал будет уже. Не знаю, почему я сейчас Этериал решил делать, ведь, блин, Линка лучше заходит. Надо Рошу, ребятки, Рошу. Рошан уже готов, надо идти сейвить. Или самим атаковать. Уже рядом. Уже, да, они там уже все. Тини тут где-то. Сейчас меня может прыгнет. Он прочекал. Значит, там Урса, скорее всего, нет. Сейчас сами пойдем, значит, туда. Че там, он там? Нет, все, все, найс. Сейвим тогда. Просто. Я могу реплику пока туда поставить. Гоу в Т2. Есть томба. Гибрид. Блин, 40 секунд до гибрида. И можно будет душить. Ес, на низу. Я тут. Ты че, дерешься там? Нет, нет, я с тобой. Крал дерется. Он фидит. Он фи... А, да, он фидит, он дерется. Так, держи вот эту штуку. 20 секунд я прилечу. Меня тут подфармить просто. Че там? Пойду заведу реплику в Рошпит, посмотрю, может он там на даггере залетел. Успею, интересно. Нет, он не там. Хорошо. Есть гибрид, Антох. Надо к Рошану стягиваться. Да, пошли тогда. Есть гибрид, и сами можем забрать, я думаю. Инвокер, агоним. Чекни, может он там уже. Он с даггером. Засранец этот. Все, нормально. Сейчас мид толкнул и гоу. Я на хг поставлю томбу. Окей. Сейчас, да сюда. Я тоже поставлю на хг. О, Урса рядом. Бьет алхимика. Ждем. Походу сейчас будет файт. Эх. Ой, он выключил армалет. Ставлю томбу. Ставь. Я походу тут умру. Очень много дэмэджа мне залетело. Ой. Я реплику даю и отхожу. Зомбика под контрю. Хорошо. А, на низ меня ты пэхнула, боже, я делал эти, блин. Господи, опять травала забыл выложить на низу. Ну что там, фармишь, да? Да, почему нет? Блин, вот это бесит, забыл опять травала выложить на базе. Сларк Лотар купил. Блин, я не успею до базы дойти. 12 секунд, в принципе, могу успеть. Жесть, там столько урона сейчас было. Может по таверам? Да, хотя... надо по таверам идти, там сларки еще эти, тиники. Я просто думаю, тавера или рош? Рошана надо как-то забрать и идти по таверам, потому что мы тоже, видишь, недееспособны, что Рошана не хотим отдавать. Рошана надо, надо рошу. Давай внизу тавер заберем, тогда у них здесь... О, да, вижена не будет, не будет фастового подхода к таверу. Ой, к тавру, к Рошану. Согласен, да, с тобой. Отличная идея. Тактикал, так сказать. USP тактикал.
Там Урса отлетает у меня с адаптивов. Тавр, блин, ну мы вдвоем тут. Кто тут еще третий? Да и Терриала бахну. Отошел. Вижен есть тут, Антох? Сейчас там поставлю. Надо вижен. Тини тут еще. Урса забрал таки. Заберу. Блин. Ладно, 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 ничего страшного. Go. Так мы и не забрали. Ну все, тогда смело по товарам идем. Все, тогда Урса сам нашу тактику поменял. Запарил этот ЕС, просто фиссуры откидывает и все. Блин, я Войдстоун не взял на базе, лежит. QSP тактикал. Че, смешно же. Я к вам, если что, тпхнусь. Так скажите. О, Урса к нам притянулся. Это значит, мы можем пойти по топу. Гоу, гоу, что-нибудь по топу, да. Ну, я, в принципе, я на топе. Кура летает там. Урса сейчас может затриггериться. О, там Сларк затриггерился. Этериалом дал ему по лицу. Ты настоящий? Да. У меня нет гибрида, блин, 200 маны. Томба есть? Гоу, а, создаю. Нормально, она наша это. Ой-ой-ой, сейчас бахнет. У меня маны нету, правда. Ну ничего, зомбики все сделают, Антоха, дерись просто. Отлично. Кто там еще? Смотри, смотри, что происходит, посмотри просто, ультракилл зомбаков. Жесть, ну почти ультра. Ну, твои зомби задуши. Да ты видел это? Да. Не, ну ты видел? Видел? Да, вот это, отец, он не входит что-то там в условия ритуала, да? О, господи, я сейчас опять оргазмировал, Антох. Прямо это, ну, просто, я не знаю, слов нету. Ты видел, какие они медленные были? Они вообще ничего не могли сделать, они просто безрукие ходили, такие, что делать, не могу. Так, ну, я на топ, наверное, пойду. Я сейчас тпхну с маны дам, Антоха, отойдешь? Оп. Сейчас немного перекачаюсь, жесть. Все, тпшись. Даю. Отлично, у меня пол линки есть. Господи. Есть гибридик почти. Я по топу пойду, браться. Жесть. Что это? Вообще класс, да? Нам вот ранние файты, вот то, что нужно нам, да? Прям вот есть гибрид, сразу идти и файтиться. Угу. Давай по топу сейчас. Да-да-да, у меня вот, вот так вот, 50 секунд. Жесть. Это класс вообще, я не знаю. Инвокер боится подходить даже. Эх, я так и знал, что ты заберешь. Мне до линки чуть-чуть остается. 400 золота. Подошел, дал тычку. Как ты того крипа забрал, так и этого сейчас там разобрал. О, Тини, давай. Я ничего не рекомендую драться, Антох. Чуть-чуть до линки. Дайте дофармить. Там Сларк. Тоби ГГ тоже. Еще не факт. Еще живешь. Я помогу чуть-чуть. Зомбики все сделают. Гибрид почти есть. Ладно, не буду. Мне там 50 копеек. О, Тини тут еще. 50 копеек до этого. До линки. Давай, 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 давай. Блин, что там все, все крипы забрали, что ли? Так, ждем твою томбу. Сколько там? 30. Еще КД. 30 сек, да? И все, можно атаковать. Там хил с ультани, пожалуйста. Что ты хапаешь? Сейчас подохнешь. Ультанет, что ли? Зарегенься, плиз. Я хочу реплику создать. Армлет. Хорош. Все, я готов, в принципе. Что там у тебя? Почти томба есть, да? 6 секунд. Ну, я, в принципе, готов зайти на ХГ. Давай снэк с пачкой крипов. Давай. Слушай, а мы вдвоем потянем тут? Ну, еще с томом. Погнали тогда. Ты готов? С тралом, да. Погнали.
душем. Я под контролю иллюзию. Я просто пушу. Я томбу уже заранее поставил. Да? Хорошо. Я тоже поставил же. Блин, как тяжело туда направить. Злой Мишка. Мишка, плюшевый, Мишка. Че, вы там еще деретесь? Я иду, парни. Иду, иду, иду. ЕС там томбу лупит. Где Сларк? Сларк, Сларк, Сларк. Вижу Сларка. О, найс. А, в Лотар зашел. Лотар равно неуязвимость. Душим. Че, есть почти солбустер у меня. Солбустер есть почти. Я пойду подфармлю еще. Блин, ну эти ранние файты прям пушка, да? Мне вообще нравится, жесть. Не знаю, как тебе, мне очень нравятся эти ранние файты. Иду, 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 иду. Иду, задушим сейчас. Только он сейчас, правда, в инвиз будет уходить. Зашел уже, да? А, нет. На, адаптивайте. 470. Хорошо. У меня почти Октарин есть. Гибридик КД. Гибридик КД. Блин, это классно. Не знаю. Прям геймплей, мне кажется, это новая мета. Можно даже назвать. Рили, как ты смотришь на это? Да, это интересно. Интересно. Новая мета. Так, у меня есть почти Октарин, и сейчас пойдем в мид, наверное, да? Нам нужны гемы, что-то такое, Антох. Потому что там два. Лотарщик будет там. Том Хелс говорил, пишет. Возьмет гем. Да, хорошо. У меня Октарин есть почти. Далее рефреш. Что там, в лесу кто-то Урса фармит? Фармит Урсу скорее. Но он пытался. Крип, крипочек. Крип. Встань мид. Ладно, так, есть Октарин. Летит гем. Хорошо, можно мид смело зайти пойти. Хорошо, не будем брать? Зачем? Мы так сильны. Мы так сильны, я считаю. О, креветкус. Трал там работает. О, инвокер. Башер, креветка. А сейчас бы гемчик, да, вот он. Антох, гем, это заделаешь это, слышишь, вижен на ХГ. Так, у меня гем. Оу. Хорошо. Сколько у тебя там томба КД будет, да? Ну, я гибрида возьму тогда с тебя. Беру гибрида, завожу. Пушу. Шейкер без ульта, да? Да. Сларку лицо сломал. Урса бьет. Я там на него этот направил. Понял. Я пушу. Это, конечно, круто. Да, жестко. Но у меня почти рефреш есть уже. Сейчас вот эти лунные колодцы рефреш будет.
Постройте лунный колодец. Давайте на низ пойдем, может. Сейчас только с три томбы. Будет. Три томбы поставлю. 4200 есть у меня. Отлично. Хорошо. Я готов. Антох, ты что там умираешь, да? Иду помогать. Дам ему кнопки. Гемчик. Я продам сейчас это. А, все, там хелс забрал. Отлично. Все, у меня есть этот рефрешевич. Рошана можно забрать, кстати. Там сыроед будет. Я пока закуплюсь. Есть рефреш. О. Я там хелзу закинул. Пусть парни берут, мне не нужно. Я не убивашка. Чего? Я рошу хотел, пишет. Так, я готов три томбы, Антох, закидывать. Можно вот здесь будет поставить просто. Хорошо, у меня 500 голд и будет четвертая томба. Да? Держи. Хилки на базе. Хилки на базе собираю. На тебе 15 штук. О, 4. Почему нет? Сейчас такой финальный зомби-апокалипсис сделаем, да? Is the end. This is the end. Знаешь, куда поставим? Вот здесь вот, Антох. Поближе к колодцу. Хотя, блин. Но это получается, мы тупо их отзоним, и они не смогут файтиться. Надо их вытащить сначала как-то. Ну, короче, посмотрим, как получится, Антох. Давай так решим. Как получится. Let's go. Нам гем нужен. Где наш гем? Или го просто на низ. Пусть дефятся. Да? Правильно? Зачем мы в колодец вообще пойдем? О. Били. Беру. А нет, гем еще с нами. Я взял, я ставлю томбу. Одной репликой. Поставил. Вторую беру. Ты две поставил. Поставил, все. Хилю тебя с олрипами. Смотри там сколько наеса зомбаков. Смотри на инвокера. Смотрим. Жесть. Пацан в шоке, просто зомби-апокалипсис. Ля, байбайкается. Да, это жестко. Согласись. Это просто... А он просто и не ожидал, что внезапно так возле него станет такая куча зомби. Да, так там они... 4 зомби в секунду, лол. Они жесть как резаются. Это же жесть. Жесть, как она ест. Жесть. ГГ. Да, Антох. Согласись, это жестко. Рили вообще. Просто. О, нё. О, нё. О, нё, выпустите меня отсюда. У меня 400 хп осталось. Все, ГГ. Жестко, жестко. Ну, ребят, вот такой вот геймплей для вас мы сделали с Антонием, с Тамхелзовичем. Надеюсь, вам понравится, обязательно поставьте лайк. И, наверное, мне кажется, все же и в первой, и во второй катке моментики были, ну, прикольные. Где-то там прикольный момент был, где-то тут. Ну, и, соответственно, вот такой вот геймплей. Антоха, что-нибудь скажешь тоже? Да, что сказать. Было весело. Было весело, да, ребят. Мы за фан, и поэтому подписывайтесь на канал и смотрите такие подобные видосики. Мы уже, блин, а мы много таких видосиков сделали, да? Как с Луной, вот, например. Еще да, и в ближайшее время тоже, кстати, еще парочку видосиков. Да, будет. В ближайшее время тоже будут много новых видосиков, поэтому, ребят, не пропускайте. С вами был Ксаназис, Антоха, Тамхелзыч и все. Давайте, братцы, пока. Всем пока.